Он был первым русским писателем, получившим Нобелевскую премию по литературе. В 1933 году Иван Алексеевич Бунин, автор «Темных аллей», «Жизни Арсеньевых» и многочисленных рассказов, получил мировое признание с формулировкой «За строгое мастерство, с которым он развивает традиции русской классической прозы». Документальный фильм о великом русском писателе и поэте самарской публике представил московский кинорежиссер Андрей Судиловский. На создание картины ушло 2 года. Здесь, вот на этой конкретной работе, была такая попытка посмотреть как бы таким более обобщенным взглядом на не только на самого Бунина и на его творчество и прочее, а вообще на как бы природу вот русской жизни. Почему вообще? И попытка осмыслить какие-то исторические коллизии наши. Мы, лауреаты, входим в музыкальный дом со всей прочей толпой. Но в вестибюле нас тотчас от толпы отделяют и ведут куда-то по особым ходам. Андрей Судиловский пообщался со зрителями в музее-галерее «Заварка» и рассказал об идее создания и о процессе съемок. Бунин, он уникальный сам по себе, и поэт, и прозаик. Можно сказать, что он и поэзию пишет своей прозой, в его прозе отражается поэзия. Не побывать на такой премьере, это было бы большим... Оплошностью было бы большой. Такие творческие встречи и кинопоказы проходят в Самаре в рамках цикла «Эхо кинофестивалей». Хотелось бы донести до самарского кинозрителя о тех интересных процессах, которые связаны с кинематографом, с новым кино, а иногда кино в повторном прокате, которые происходят на нашей стране. У каждого региона определенный кинематографический опыт, и связанный не только с процессом снятия и проката кино, а также еще с его вообще бытованием в нашей такой очень разной России, с историей кинотеатров связанной. Поэтому, и вообще люди-то в нашей стране очень разные, и взгляды на мир очень разные. Проект «Эхо кинофестивалей» продолжится и в 2025 году. В Самару будут приезжать гости из разных регионов страны. Полина Чулюкова, Николай Сидоров. События.